наша земля. Какой доброй и щедрой может быть она для человека в награду за труды и заботы. Такой была земля Азербайджана в то памятное лето. Мы работали, строили, растили детей, мы мечтали о мире на века. Прости, земля, что крестьяне оставили твои поля, что фашистские бомбы изуродовали твое лицо. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Мы слушали любимых наших поэтов. Мамеда Рагима, Самеда Гургуна. Они призывали трудящихся ответить ненавистным захватчикам за порубанную землю сплоченным и страшным ударом. Дух патриотизма, искренности овладел тогда взрослыми, и особенно молодежью. Иначе быть не могло. Мы были воспитаны на светлых революционных идеалах эпохи. Мы любили свою родину, партию. На призывные пункты Азербайджана пришли тысячи добровольцев. Одна только столица республики Баку дала фронту 18 тысяч коммунистов. Велика была самоотверженность народа. Первые отряды добровольцев начали обучаться военному искусству. На промышленных предприятиях и будах республики рабочие и учащиеся овладевали новыми знаниями. Наши девушки. Во имя Родины они пожертвовали личным счастьем, домашним уютом. Так начиналась война для матерей наших и сестер. На севере грохотала война. Там стояла насмерть легендарная Брестская крепость. И среди ее защитников было 40 славных сынов Азербайджана. Фашисты рвались к Москве. Гитлеру уже виделась скорая победа. Плохо же он знал наш народ. Трудный час испытаний. Красная армия сумела устоять под напором фашистских войск, ведь она защищала сердце Родины, ее честь и славу. В ту суровую осень мы услышали о первых подвигах своего земляка, талантливого командира танкового подразделения Ази Асланова. За оборону Москвы он был награжден орденом Красного Знамени. Газеты день за днем приносили нам вести с фронтов. Город Ленин. Здесь плечом к плечу с другими народами Советского Союза сражались сыновья и дочери Азербайджана. Отсюда к нам пришло известие о подвиге летчика Гусейн Былы Алиева. Изрешеченный в бою пулями, он сумел долететь и посадить на аэродром свой самолет. Родина посмертно наградила летчика орденом Ленина. В этих боях советская армия изматывала силы фашистских войск. Под Новгородом в жестокой рукопашной схватке с врагом прославился Исрафил Мамедов, наш первый герой Советского Союза. Он стал примером для многих советских воинов. Кадры кинохроники
сохранили для нас теплую сцену. Так фронтовые друзья поздравляли героя. Прославились и наши девушки. Снайпер Зиба Ганиева. На ее счету был не один десяток уничтоженных фашистов. В женском авиационном полку вместе с Мариной Росковой сражалась летчица Зулейха Саидмамедова. Великая ненависть к фашизму объединила весь наш народ. Трудящиеся Баку собрались в те дни в парке Кирова на антифашистский митинг. «Судьба Родины зависела от нашей стойкости», — говорили бакинцы. Мы должны работать, не щадя ни сил, ни жизни своей, чтобы победить. Женщины Азербайджана организовали отправку посылок на фронт. Каждая семья понимала трудность солдатской жизни и собирала для воинов теплые вещи, книги, музыкальные инструменты, чтобы не унывали бойцы в трудную минуту, а еще больше любили бы свой дом. Их крепче ненавидели врага. Фронт письма. Будьте героями, писали трудящиеся Азербайджана. Деритесь бесстрашно и смело. Пусть каждый из вас истребит побольше фашистов. Со своей стороны, мы обещаем приложить все силы, чтобы добыча нефти росла с каждым днем. Страна получит столько нефти, сколько ей потребуется. Перед республикой возникла задача в короткие сроки перестроить промышленность на военный лад. Трудное это было время. Мы принимали эвакуированное население. Своим трудом мы восполняли потери, понесенные страной от фашистов. Ушли мужчины, и к станкам встали женщины, вернулись пенсионеры, пришли подростки. Надо было работать. Этот лозунг выражал тогда огромное трудовое напряжение тыла. Надо помочь фронту, и накопленные сбережения, семейные ценности отдавали безвозмездно советской армии. Надо работать за двоих, за троих. И на предприятиях республики одно за другим рождались движения за выполнение нормы на 200, 300, 1000%. Земля наша не осталась без ухода. Женщины и девушки обучались мужским профессиям тракториста, комбайнера. Так было нужно. Но начиналась величайшая в истории битва за Сталинград. Одновременно фашисты двинулись на Кавказ. Гитлер рвался к Грозному и Баку. Это его цепкая рука указала на Баку, на нефть. Ведь советский Азербайджан был в то время основным поставщиком нефтяного топлива для фронта. Только Баку давал 75% всей советской нефти. Для обороны Закавказья к началу 1942 года закончилось формирование национальных воинских подразделений 223-й,
402 и 416 стрелковых дивизий. Командир дивизии Дмитрий Сизранов, его заместитель по строевой части Зюванов, начальник политотдела Рашид Меджидов стали во главе 416-й. Они провели свою дивизию сквозь войну к победе до Берлина. Баку готовился к обороне. Фашистские захватчики надеялись без особого труда занять Кавказ. По плану Эдельвейс они бросили на штурм кавказских перевалов отборные части альпийских стрелков. Но наши войска надежно закрыли от них все подходы к горам. Фашистам противостоял единый монолитный фронт народов Кавказа. Высоким примером интернациональной дружбы между нашими народами стал подвиг Кафура Мамедова. В бою под Туапсе он, азербайджанец, грудью закрыл от пули своего русского командира. Наши национальные дивизии сдерживали напор врага. Теперь фронт протянулся от Туапсе до Моздока. Фашистские танковые и стрелковые дивизии двинулись на Грозный, Махачкалу, Баку. Черная лавина вражеских войск рвалась вперед, но дальше предместий Грозного враг не прошел. В решающей битве за Кавказ наши войска показали высокую степень боевой выучки. Наступательные операции предпринимало и командование 416-й дивизии. Но главная битва сейчас развернулась на Волге. Это была война моторов, и трудящиеся Азербайджана были призваны Родиной обеспечить армию топливом. На помощь героическому городу день за днем выходили в море суда Каспийского пароходства. Вражеские самолеты часто прорывались к морю и обстреливали наш транспорт. Несмотря ни на что, моряки и нефтяники старались своевременно доставить горючее на фронт. Опасность ждала их днем, выходили в море ночью. Если не хватало судов, нефть перевозили прямо в цистернах. Суровое слово «надо» поддерживало людей. Каждый понимал, что в тылу, как и на фронте, решается судьба страны. Надо больше хлеба. Наши колхозники сумели намного расширить посевные площади зерновых культур. Республика постоянно выполняла планы по сдаче государству сельскохозяйственной продукции. За свой труд крестьяне Азербайджана в военные годы не раз награждались орденами и медалями СССР.
Равнодушных среди нас не было. Каждый стремился внести посильный вклад в общее дело победы. Железнодорожники Баку создали бронепоезд. От него и сейчас веет отвагой и мужеством. Строго соблюдать график движения поездов. Нет авариям и простоям. Они-то знали, что значит для фронта время, часы, минуты. На передовой каждый солдат ходил рядом со смертью. Огромной гуманностью становилось все, что помогало нашим воинам быть крепче духом, мужественнее, бодрее. Ни в какое другое время не было так дорого и близко народу творчество нашей славной интеллигенции. Мужественное слово Ардубади мгновенно становилось достоянием тысяч людей. Оно звало на подвиг. Разве нельзя было назвать подвигом деятельность наших медицинских работников, наших врачей? Замечательный хирург Топчебашев. Это он и его коллеги вернули к жизни десятки тысяч советских воинов. Мысль ученого обгоняла время. Наша армия должна стать сильнее, могущественнее армии врага. Группа ученых-химиков под руководством Юсифа Мамедалиева нашла способ получения высокооктанового бензина. Есть новое горючее для авиации. Но его нужно много, больше, чем сейчас. Потому что у нас теперь много техники, танков, самолетов, а скоро будет еще больше. Группа геологов-изыскателей во главе с Ализаде стали вскоре лауреатами государственных премий. Они нашли новые нефтяные месторождения. По-прежнему, как и в мирные годы, нефтедобытчики Каспии высоко несли честь рабочего человека. Пусть не хватало оборудования, кадров, у нас было главное – люди. Золотые руки мастеров-нефтяников, таких как Бабазаде. Рустамов. И Визиров, герои социалистического труда. В освободительной войне, которую вел советский народ, близился решающий перелом. 19 ноября 1943 года советская армия перешла в контрнаступление под Сталинградом. Земля горела под ногами фашистов. В эти незабываемые дни ожесточенных сражений вновь заявил о себе военный талант Ази Асланова, командира, теперь уже героя Советского Союза. Анализируя тактику ведения танкового боя, он писал: «Искать фланги врага и бить его по самым уязвимым местам – мое основное правило боя». В районе боев за Киев сражался танкист Хафиз Мустафаев. Это его подразделение на голову разгромило фашистский гарнизон в городе Пасху. Родина удостоила Мустафаева звания героя. Главным победам наших войск посвятил свои песни и марши Изаир Гаджибеков. И художники, карикатуристы внесли свой вклад. Нет, далеко было Гитлеру до бакинского пирога.
радостно встречала родина, приехавшего на побывку Ильяса Исмайлова. Он заверил земляков, что воины-азербайджанцы сделают все возможное для победы над фашизмом. Куда только не забросила наших соотечественников фронтовая судьба. В тылу фашистских армий, в рядах итальянского сопротивления, боролся за нашу победу прославленный Михайло, так называли друзья партизаны нашего Мехти Гусейн-Заде. И ближе к нам, в Краснодонском подполье, сражался и погиб совсем юный Дадашев, член молодой гвардии. С победой под Сталинградом, с первого ее часа, наш перевес над фашистской армией стал реальностью. Впереди было еще много сражений. Много солдат полегло под Курском, Орлом и Киевом. Но победа была с нами. Отбросив гитлеровцев от предгорий Кавказа, наши дивизии вместе со всеми победно шли на запад. За взятие Таганрога 416-я стрелковая получила почетное наименование Таганрогской и орден Суворова второй степени. Мелитополь, Николаев, Кишинев, Варшава, Берлин. Таков был ее славный путь к победе. Война уходила на запад. А страна уже думала о мире. К концу войны наша республика отмечала много добрых событий. На открытие Академии наук в Баку прибыли ученые Москвы и других городов. Поднялись и окрепли ряды ученых республики. Первым президентом нашей академии стал Асадулла Меркасимов. В ожидании близкой победы над врагом мы отмечали и другую важную дату – 25-летие республики. Усталые, но не сломленные, гордо и весело мы встретили этот праздник. Люди хотели одного – мира, чтобы вновь встать к станку и войти в притихшую поле. Об этом говорил с трибуны всенародный староста Михаил Иванович Калинин. Еще не сдались фашисты. Наша 416-я дивизия штурмовала Берлин. Последние залпы и атаки. Последний бой для всех солдат. Последние жертвы. Еще немного, и тишина сойдет на измученную землю. Вот они, победители. Те, что избавили мир от коричневой чумы. Простые, земные, наши. Они победили, потому что защищали самое прогрессивное, гуманное в мире государство социализма.